Шебела. Французский язык. Урок 28. Глагол-связка «быть» – «être». В русском языке она всегда опускается. Например, «я высокий». Во французском языке глагол-связка «être» никогда не пропускается в предложении. «Je suis grand», «tu es grand», «il est grand», «elle est grande», «nous sommes grands», «vous êtes grand», «ils sont grands», «elles sont grandes». Для слов «она» – «elle» появляется окончание «e». Для слов «они» – «elle» появляется окончание множественного числа «s». Потому что во французском языке есть мужской и женский род. Среднего рода нет. Высокий – «grand». Высокая – «grande». Likey.